Здравствуйте, Светлана Валентиновна. Я тоже танцую после выздоровления своего колена. Мне очень нравятся все эти изделия, и очень я стала подвижная. Раньше я не могла наступить на колено, а сейчас я танцую. Очень сильно помогают ваши изделия. Вот я приобрела такую вот повязочку, которая универсальная, которая очень-очень хорошо помогает. Я довольна. Очень довольна этой повязкой. Ее можно и на колено, и на грудь, и на спину можно привязать, если больная поясница. Мне очень эти повязочки нравятся. Мне их 2 штуки. Еще хорошо помогают ботиночки. Я приобрела ботиночки. На ночь ложусь. На утро встаю бодрая, веселая и жизнерадостная. Я очень этим изделием довольна. Хорошо помогает. Помогла мне, я не знаю, что такое. Мочеполовая система больная. Я прекратила покупать таблетки. И, как видите, я совершенно здорова, энергичная. Хорошо помогают, конечно. Шапочка. Ой, я ей так довольна этой шапкой. Особенно в зимнее время. Вот так одела и ложусь спать. Сон замечательный, глубокий. Я вообще этими изделиями всеми довольна. На мне вот жилеточка. Мне она очень нравится. Согревает поясницу. И все это хорошо. Особенно мне нравится шапка и нравится вот это вот ободок на голову. Очень хорошо помогает. Нравится мне еще сидушка, подушка. Ой, я всегда с нею. И вот так приложила, и вот так приложила, и вот так приложила. И как угодно, и вот так, и посидела на ней. Она тоже универсальная. Большое вам за это спасибо. Довольна очень подушкой. Я шила на нее наволку. Очень хорошая, качественная. И очень нравится. Ложишься и засыпаешь навсегда. Сон глубокий, крепкий. Встаешь на утро бодрый, выспавшись. А если голова заболела, ободок хорошо помогает. Его можно и вот так привязать. Всегда вот хожу, если на работу, всегда вот так вот вместо шарфика подвязываю и иду. Очень хорошо. Очень, я очень довольна. Спасибо вам за все.